компоненты радиус-вектора. Ну, это, то есть вектор, соединяющий точки n и n нулевого. Значит, вот, тогда добавим, я вот сюда вот попробую написать, да? Значит, добавим вот эти вот слагаемые, где, значит, у нас в и кт, ну, вот в этой точке m0, значит, умножается на xkt в точке m минус xkt в точке m нулевого. Ну и интеграл надо просто переписать. Минус интеграл. Соединяет точки m и m нулевого. Можно, конечно, было бы так написать. Ну и
минус еще раз его. М нулевое М. Х катая. Д нулевое. И катая. Д из йота. На Д из йота. Значит, все это... Значит, для того, чтобы в конце концов мы могли объединить вот значит, эти два интеграла и в результате значит, чтобы у нас получилось вот таким вот образом. Значит, это нет проблемы внести под знак интеграл, потому что это конкретные компоненты вот этого радиус-вектора, который есть радиус-вектор точки M. Я, если хочу, заношу их под знак интеграла, ничего при этом я не порчу. После этого я объединяю этот интеграл с M, и значит, у меня возникает, естественно, интеграл от M до M. Ну, вот такой. Значит, точки M минус текущая x-катая, как вот там. Минус x-катая. Вот, умножается все это на d double v, одно и то же, и k dx идет. Вот dx идет. Значит, формула сейчас уже свелась вот к этому выражению. Ну а зачем мы это все делали? Для того, чтобы воспользоваться формулой, которую мы получили там в начале пары. То есть вот этого мы можем заменить на формула у нас там была выписана. Значит, на d u идет k от dx идет минус d u идет и на d x, да. А куда делать второе слагаемое? Просто будет написать. Будет второе слагаемое. Ну еще омега и катая нулевое вот это. А, ну это надо просто написать, конечно. По-моему, никуда не могу деться, я его просто не дописал. Ну вот. Значит, как я уже предупреждал, хотя и так вот проделать очень сложно, конечно, все аккуратно, без запутываний, значит, все это нужным образом прибавить, вычесть, объединить, это все не так просто, но тем не менее, когда смотришь, как это делается, мне кажется, что тут понятно, быть не должно вроде, потому что какие-то действия не подразумевают никаких тонких каких-то вещей, которые мы не обсуждали. Просто вот действительно на уровне добавил, вычел и все. Так вот, значит, что получается-то? Вот мы добились того, что мы этот самый тензор вращений должны знать только вот в этом месте. Вот этого слагаемого нам надо, вот в точке М нулевого. И все. Потому что вместо вот этого нашего интеграла, производной от этого тензора, мы можем поставить вот такое выражение, выразить это все можем через тензоры, через тензор деформации. Вот это и означает, что в конце концов, вот после этой подстановки мы и получим то, что называется формулой Чезаро, Эрнеста Чезаро. Значит, давайте я сейчас сотру, я прошу прощения, уже, конечно, у нас время вышло, но я все-таки напишу аккуратно вот последнюю формулу, которая возникает после вот этой подстановки. Ну и это и есть вот та самая формула Чезаро, которая у нас имеется в виду в заголовке параграфа. Значит, если мы общую формулу напишем наконец, вот мы сейчас рассматривали одно слагаемое, а у нас там еще есть у итое нулевое, да? Ну или у итое в точке М нулевое. И плюс еще есть вот это слагаемое с тензором деформации само по себе. Вот если мы все это будем объединять, то у нас, значит, получается так. Плюс вот то, что мы сейчас добыли.
это нулевое и катая точка n нулевое, значит, это умножается на соответствующую компоненту вектора, фактически, который проведен из точки n нулевое в точку m. Вот. Значит, это сколько и что именно? Плюс.